Всем привет, доброе утро. Мы с моей Татюней идем на рынок. У нас завтра мы приглашены в гости на годовщину свадьбы наших дорогих и глубоко уважаемых гуртовых. Поэтому мы сейчас идем с Анечкой, выберем им подарок небольшой. Сейчас выберем дезодоранты. Тут? Да? А ну подожди, я маску посмотрю. Хочу вот эту корейскую. Возьмем ватные палочки вот эти. Дикотон. Вот такие два лореалевских антиперспиранта взяли на подарки. Что ты выбираешь? Ничего, смотришь. Мне нужна кухня для кухни Госточка. Где она? А вот она. Я-то выбрала, но их нету. Либо такой, либо тут. Какой-нибудь. Нравится такой бери. Нравится цвет голубой, а лизуны два. Ну, я просто делаю лизун гиганты, у меня он розовый. Какой будет лучше туда добавить? Желтый, наверное, чтобы цвет. Да, он цвет будет не сильно яркий. Вернулись мы с магазина домой. Значит, купили мы комплект постельного белья на подарок. Двухспальный, такой он бежево-молочный. Нежный такой спокойный цвет, однотонная простынь. Так, купили на 23 февраля мальчикам антиперспиранты, дезодоранты. Фирма L'Oréal, запах приятный, понравилось. Вот такие ватные диски, фирма Lady Cotton, как бы хорошая фирма, хорошее качество, были в акции, взяли вот такие бумажные полотенца для кухни, здесь двое штук, тоже по акции были. Недорого. Взяли крестнику вот такую мозаику. Как раньше в детстве у нас была такие кнопочки, и ними вылаживаешь разные рисунки. Прикольно, я думаю, для развития пальчиков очень полезно. Мелкая моторика рук называется вот так. Вот. Здесь представлены варианты рисунков, ну или же включать свою фантазию и вылаживать что угодно. Так, взяла Pantene шампунь, подходит для моих волос, запах приятный, ценник тоже был приятный, поэтому взяла. Взяла на пробу вот такую еще корейскую маску себе. В последнее время мне не нравится, не именно этой фирмы, но вообще корейские именно маски хорошо увлажняют, хорошо питают, как бы, ну, пока претензий нет. Вот, масочку попробую. И были в акции у нас шоколадки Millennium. Для меня сейчас Millennium и Milka самые лучшие шоколадки. И по цене, и по вкусу. Здесь идут орешки миндаля. Молочный шоколад. Очень вкусно. Еще взяли тоже крестнику Ванюшки такую игру. Может, кто-то помнит, у кого-то была. Тут надо шарики. Так, за счет воздуха шарики двигаются. Они в жидкости, такой в водичке. И надо попадать в такие ячеечки. Вот это ему на подарочек. Вот, мы быстро скупились.
И сейчас будем готовить борщ на обед. Сейчас на обед сварим борщ. Я была на рынке, купила такие ребрышки говяжьи. Сейчас мы поставим вариться бульон. Где-то час-полтора. И приготовим борщ. Бульон у нас уже готов. Достаем ребрышки. И высыпаем картошку. Хорошенько размешаем и варим картошку минут 10. Берем томатный сок, где-то литр, может, литр 200. И разделываем наше мясо. Кому как удобно, можно руками разбирать, можно с помощью ножа. Жир стараемся не ложить, косточки тоже отделяем. И разбираем на такие кусочки. Все прожилки убираем в сторону, оставляем только мякоть. Картошка у нас проварилась уже минут 10. Столько мяса получилось обобрать. Ложим его в кастрюлю. И следующий этап. Наложим капусту.
Капуста должна провариться тоже минут 5-10. Перемешали. И сюда же можно добавлять зажарку. Зажарку можно добавлять раньше, перед капустой. Овощи порезаны меленько, они прожарены. Долго вариться не нужно. Вот. И теперь пусть хорошо это все прокипит. И перед концом мы добавим томатный сок. Посолим, поперчим, добавим лавровый лист и в самом конце всыпем зелень. За счет того, что буряк у меня оказался винегретный, борщ будет такой ярко-бордового цвета. Лучше стараться брать буряк столовый. Ну и с винегретного тоже ничем не хуже. Просто цвет немного насыщеннее. Регулируем огонь, чтобы борщ не сильно кипел, слегка томился. И сейчас посолим. Сейчас уже можно посолить наш борщ. Солим все по вкусу, кому как нравится. Если у вас томат слишком кислый, можно добавить немножко сахара. И добавляем перец. У меня вот сумеш перцев немножко. Конечно, можно сварить еще борщ с фасолью, он вообще будет вкусный. Просто это вариант я показала, как я делаю на быструю руку, по-быстрому. С фасолью однозначно вкуснее, насыщеннее. Поэтому кто как привык, кому как удобно. У меня сегодня такой вариант. Для меня борщ, который на мясном бульоне, даже без фасоли, он уже очень вкусный. Все, даем ему еще немного покипеть. Сейчас можно добавить томат. У меня томат домашний. Даем ему закипеть и в самом конце добавим укроп. Пока закипает наш борщ, я быстро приготовлю немножко гренок. Два яйца, немного соли и хорошо взбиваем венчиком. Теперь берем хлеб нарезной белый и хорошо обмакиваем его с двух сторон в яйце. Сковородка у нас подогревается и потом обжариваем с двух сторон. Обжариваем гренки наши и буквально по полминутки. Переворачиваем. Вот такого цвета должны получиться гренки. Пока они еще горячие, сверху можно положить сыр. Голландский. Он немножко растает, и гренки будут такого сырного вкуса. Можно поставить в микроволновку, кому как нравится. Борщ у нас хорошо покипел. Добавляем в конце уже укроп. Даем ему полминутки еще провариться. Пробуем на соль, на перец, что
вас устраивало, вам нравилось. И выключаем, даем ему настояться. И можно подавать. Вот такой борщ получился. Вкусный, ароматный. Сейчас мальчики съедят. Это гренки с сыром. Вот. Так что нам приятного аппетита.